Доброй ночи, друзья. Сейчас хочу я в ночи, в прохладной обстановке, пересадить вот эту орхидейку. Она в стадии роста находится, но, как вы видите, явно переросла свой стаканчик. Орхидея это номер 150. Какого цвета, не знаю. Не цвела еще она у меня. Хочу ее определить в стаканчик чуть-чуть побольше по размеру. Вот один в другой помещается. Ну, конечно, буду ориентироваться по корневой. И хочу сделать это путем перевалки. Сейчас вот не знаю, как буду доставать. Наверное, путем вытряхивания грунта. Аккуратно. Нет, не хочет доставаться. И проблема стеклянных горшочков в том, что их нельзя вот так вот сжать, чтобы корешочки отошли, если они вдруг присосались к стенкам. Орхидея сидела в мелкой коре, на дне керамзит. Так, буду помогать себе пинцетиком. Аккуратно отлеплять и, может быть, без потери это пройдет. Я очень на это надеюсь. О, вот она, все. Орхидея поливалась 2 дня назад, но уже успела все выпить, как вы видите, корешки сухие. Что тут можно? Что-то можно убрать? Вот какая-то мелочь есть. Что у нас в серединке? Это старые корни из торфстакана. Вот их, пожалуй, можно было бы удалить. Сколько тут? 3? 3 корешка. Так. Ну, вот эти 2, наверное, корни можно было бы удалить вместе с частью шеи. Именно такой процесс называется омоложением орхидеи. Это отсечение старой шеи. Вот эти корни я удаляю. Как видите, максимум было промазано. Вот здесь корешочек еще один. Так. Так. Смотрите. Вот этот старый корень я удалю. Шейка чистая. Остался вот этот один старый корешок, но он дал продолжение. И я не хочу распутывать, так как первоначально задумывалась это как перевалка. Это была перекись водорода, для тех, кто не знает. Срезы я ею прокапываю зачастую. Так, ну и пробую разместить. Просто примеряю пока горшочек. Ну, хорошо, хорошо входит. Сейчас единственное нужно, так как система это будет закрытая, внизу должен быть керамзит. Ну, не обязательно керамзит, пеностекло, какой-то дренаж просто, в моем понимании. Он необходим, потому что я поливаю проливом свои цветы. Если кто-то вдруг не знает. И оставлением водички в дренажном уровне, как раз таки в том самом, который керамзит и образует. Ну, в принципе, наверное, достаточно. Вот, немножко кокосового волокна. И, в принципе, также вот можно ее размещать и засыпать. Сегодня поливать я растения не буду, так как производила срез шеи, хотя можно было бы по краю это сделать, но так как растение поливалось недавно, то оно спокойно выдержит и до завтра. Вот так это выглядит. Сейчас еще попробую немножко. Ну, тут некуда разводить, в принципе. Она присела, присела,
все равно это лучше выглядит, чем было, и есть куда еще корням расти. Засыпаю старым грунтом, у меня к нему претензий нету, никаких жирностей не наблюдается здесь, хороший, чистый. Такая вот эта мелкая кора, включается немного циофлоры. Добавлю я, конечно, еще сюда вот керамзитину большую в серединку. Сейчас еще кора покрупнее в закрытой системе. Это как раз таки нормально, если кора будет немного крупнее. Хотя вот в этом стаканчике это тоже была закрытая система, но просто стаканчик был немножко меньшего объема. Так, в серединку и старого грунта сверху. И нового грунта тоже. В стекле, конечно, очень красиво все это выглядит, и горшочек более устойчивый. Но вот доставать растение трудновато. Иногда приходится жертвовать горшочком или стаканчиком. Разбиваю его, чтобы достать орхидейку. Но у меня такого еще не было в практике. Я не разбивала стеклянные сосуды. У меня в стекле сидят в основном малыши, детки, какие-то просто реанимахи, которые совсем потеряли свои былые большие листья. Тут даже немножко мха включается. Наконец-то жара ушла. Ночью сейчас очень комфортная температура в районе 20 градусов, поэтому я сейчас с удовольствием занимаюсь пересадкой. Не знаю, какая будет погода завтра днем. Пока сейчас в прохладе можно снять видео вот с такой красотой. Вот большие воздушные карманы. Корешки видны, все прекрасно. Наклеечку сейчас я сюда переклею со стаканчика. Будет мне понятно, что это за орхидея. 9 октября она была принесена в мой дом. И вот так она сейчас выглядит. Желаю вам красивых цветочков, длинных корешочков, здоровых листочков, прохлады вам, ветерка и хорошего настроения. До скорых встреч!